Пригласили на совещание представители всех садоводческих товариществ, гаражных кооперативов, ТСЖ, товариществ собственников недвижимости, представителей санаторно-курортной отрасли. Поскольку только от совместной работы всех сочинцев зависит, победит ли город вредителей. А их на курорте 30 видов, завезенных из-за рубежа. Кроме механической сборки, жителям предлагают воспользоваться услугами организации по химической обработке растений. В селах Сочи с начала месяца работают 43 рабочие группы. Они уже обследовали более 17 тысяч построек. В более чем 5000 обнаружен коричнево-мраморный клоп. В итоге было уничтожено 20 килограмм этих вредителей. Это примерно 133 тысячи особей. Глава курорта поручил всем управляющим компаниям и сельхозпредприятиям заключить договоры на обработку со специалистами. Задача руководителей предприятий, тех, кто имеет свои сады, всех, кто имеет свои вообще рекреационные объекты, ну там, где есть парки, скверы, то есть везде, где есть растительность, чтобы они четко выполняли рекомендации, которые делает нам институт. Четко. И в то время, когда нужно это делать. У нас есть и те организации, значит, которые могут произвести эти обработки. В фойе Зимнего театра как раз были представлены химические и технические средства борьбы с вредителями. Предлагают даже экологически чистые технологии. Это аппарат, который вырабатывает так называемый горячий туман. Горячий туман отличается от обычного опрыскивания тем, что у него очень мелкие дисперсные частички 1-3 микрона. Соответственно, попадает во все расщелинки, и инсектицид он доносит в любые места, тем самым достает скрыто живущих вредителей. Напомню, дендрологи советуют обработать растения до выхода насекомых из спячки. А это, судя по теплой сочинской весне, может случиться буквально через пару недель. Сейчас необходимо в первую очередь уделять внимание деревьям, которые отцветают и начинают плодоносить. Это мушмула, лыча и фундук.